Спасибо за обратную связь. Спасибо. Я Кочерыгина Анна, кто меня не знает, мне 26 лет, я из города Рошаль Московской области, менеджер компании Oriflame. В проекте я год, с августа 2016 года. И сегодня я вам хочу рассказать про линеечку Novage True Perfection 25+. Это комплексный уход против первых возрастных изменений. Предлагаю рассмотреть эту серию Novage, а именно вот и Perfection 25+. Аналогов такой продукции мало, Novage, да, но цена не каждому по карману, и наша цена доступна, а качество говорит само за себя. И это нам, конечно, на руку. Сегодня я вам расскажу именно про эту линеечку. И многие люди глубоко заблуждаются, когда думают, что за кожей нужно ухаживать в преклонном возрасте, там, когда уже у них начались морщины, и они с ними борются, да. Но я считаю так, что и они с ними борются, и все тщетно, да, и им ничего не помогает. И они говорят, ой, как бы избавиться, надо под нож, наверное, ложиться или там что-то вкалывать в себя. Вот. Но я считаю так, что нужно уже бороться с 25 лет. А с 20 просто пользоваться хотя бы какими-то там увлажняющими кремами, ночными, дневными. И когда вот я тоже мазалась кремами, у меня тетя говорит, а ты что маешься, у тебя нет еще морщин. Я говорю, а вот именно что надо мазаться, чтобы их и не было в дальнейшем. И вот, чтобы не быть голословной, я хочу вам показать, что у меня тоже есть эта линеечка Novage. Я первый раз попробовала только дневной и ночной крем. Сыворотка у меня была по третьему шагу, и коллаген я ее использовала, тоник я тоже использовала другой, и вокруг глаз у меня был другой, а вот дневной и ночной крем. Потом я решила себе приобрести тоже вот эту вот серию, чтобы был комплексный уход. Решила вот сейчас то немножко дотрачу, и с сентября уже начну именно вот весь комплексный уход. Да, очень классная серия, я когда первый раз ее попробовала, где-то я после Нового года ее заказывала, ну, только дневной, ночной. Я прям влюбилась в эти крема. Они приятные, да, вот мажешь, нет никакой ни липкости, ни жирности. Ими мажешь и прям чувствуешь удовольствие, да, что крема самые лучшие. И вот какие я раньше использовала и потом сравнила с этими, то однозначно буду теперь пользоваться только Novage. И потом ваша кожа вам скажет спасибо. Так, я думаю, что многие из нас, да, хотят выглядеть в преклонном возрасте молодо, на 10, на 20 лет своих моложе, например, 50 выглядеть на 30, на 35, да, мы все мечтаем. И, конечно же, нужно уже начинать пользоваться средствами, кремами, и не так, что там по настроению взяли, намазали на лицо, сегодня хочу, завтра не хочу, это нужно использовать комплексно и причем заиметь это в привычку, да, я раньше тоже закажу себе крем и стоит он у меня, то намажу, то не намажу, а когда заказала себе Novage, то уже стало прям строго утром и вечером весь комплексный уход проводить и не забывать, и это уже вошло само в привычку. Сейчас на нашу кожу влияют такие факторы, как окружающая среда, стресс, неправильное питание. Также, если мы пьем мало воды, тоже кожа теряет влагу, да, а если теряет влагу, соответственно, ей не хватает воды, и, соответственно, появляются морщины. Выхлопные газы, все это экология тоже влияет на нашу кожу, и с этим нужно как-то бороться. И была проведена независимая экспертиза, и вот что она показала, что наши средства по уходу за лицом, они ничем не уступают дорогим аналогам, и цена при этом в разы меньше. Да, кожа очень нуждается в увлажненности. И помимо кремов различных, также маски увлажняющие стоит использовать. И вот в этой экспертизе показала, что наша серия Novage заняла второе место. Посмотрите, на первом месте крем, он стоит 8700. Можно вот целый набор этот купить за 4000, а тут один крем 8700.
Вот, наш крем стоит на втором месте, цена его 1700, на третьем месте крем 7600 и четвертое место 7000, да. Видите, с какими кремами, в какой ценовой политикой их сравнивают, да, и наш крем ничуть не уступает, да, вот цены вообще колоссальные. А еще кто-то говорит, на ведж дорого, ну где дорого, да? Ну, дальше мы подробнее разберем насчет дорого, недорого, это очень даже выгодно. А вы знали, что мы можем повлиять на свои возрастные изменения, на возрастные изменения нашей кожи на 80%? Как вы думаете, это очень много, да? Я думаю, 80%. Вы согласны со мной? Поставьте, пожалуйста, плюсики, что мы можем повлиять на кожу. Спасибо за обратную связь. А то кто-то говорит, вот это наследственно морщины, вот еще что-то. А кто-то без морщин, это ему тоже по наследству. Нет, это прежде всего уход. И таким образом мы начинаем заботиться уже за нашей кожей в раннем возрасте и инвестируем в себя. Это будет определять наш внешний вид уже в зрелости. И не стоит жалеть средства на крема, да, чтобы потом все равно придется, кто-то там скажет, ой, мне нужно делать подтяжку, да, ложиться под нож хирурга и отдавать очень большие деньги. И лучше не прибегать к этому, лучше сразу предотвратить это. И вот посмотрите, какие бывают ключевые проблемы. Усталость на лице заметна, да, и первые морщины уже даже в 20 лет начинают появляться. И также мы советуем серию True Perfection использовать не обязательно с 25, можно там с 20, с 23 там хотя бы, да, начинать уже ее использовать. А потом появляются морщины уже такие более заметные в 30 лет, и это серия коллаген тоже на Wedge. Она идет от 35, но если у вас есть морщины и вам меньше лет, то можно тоже ей пользоваться. Увядание в 40 лет. Также серии Novage это Ultimate Lift. И пигментация начинается с 50 лет, уже и можно и в 60, и в 70 пользоваться. Уже крем тоже от Novage Time Reversing. В 25 лет как раз появляются первые возрастные изменения, и вот эта серия была разработана специально для такого возраста, и было доказано, что она борется с первыми возрастными изменениями, доказано это было клинически, и брали на опыт несколько женщин, и показалось, что уровень увлажненности повышается на 83%, соответственно, поры уже уменьшаются, кожа становится сияющей в 11 раз. И когда вы используете этот набор полностью, да, комплексом, то это будет в 7 раз эффективнее, чем вы будете использовать по отдельности продукт. В состав наших кремов, нашей серии входит экстракт персидской шелковой акации. Вот посмотрите, как он выглядит, да? Он блокирует воздействие вредных факторов и активирует процессы клеточного обновления. А также экстракт стволовых клеток ягод асаи. Вот так выглядят эти ягоды. Это тоже мощный антиоксидант, который также включен в состав этой серии. Он ускоряет внутриклеточный метаболизм, защищает кожу от пагубного влияния свободных радикалов. И одной из основных причин, которой является старение кожи. И зачастую молодым женщинам такие признаки старения, как морщины, кажутся чем-то весьма отдаленным, думают, а, мне еще 40 нет, лет нету, да, это еще долго, когда у меня появятся морщины. И они думают, что в 25 лет не обязательно ухаживать за своей кожей, да, как вот подружки мои некоторые, я им говорю, девчонки, вот 24 года уже начинайте пользоваться кремами, нет, они будут ждать 25, а то и 30. Вот, боятся вложить в свою красоту денег, да, а потом будут говорить, что мужья к молодым женам уходят, да, но не дай бог кто-то не сгладит. Вот, и современный темп жизни, да, как я уже говорила, стресс также на работе, несбалансированное питание, недостаток сна также оказывает пагубное воздействие на состояние, внешний вид кожи и приводит уже это к накоплению загрязнений в клетках. Эта же серия, она борется не только с морщинами, она улучшает внешний вид вашей кожи.
и поры уменьшаются, как я уже сказала, кожа выглядит сияющей, такой молодой. Также это приводит к обезвоженности кожи, и кожа уже не сияет, да, когда вы пользуетесь этими кремами, то уже начинает как бы светиться изнутри. И перед выбором серии по уходу на ВЭЧ нужно, конечно, понимать, какую проблему вы хотите устранить. Мы с вами сегодня именно вот говорим о серии на ВЭЧ 25+, которая борется с расширением пор, с усталостью, с первыми морщинками. И 61% женщин, которые принимали участие в тестировании, они отметили, что первые возрастные признаки стали менее заметны. И брали различных женщин с различным типом кожи, и русские, и азиатки различные, да, и мулатки. И они вот заметили этот процент. Клинически было доказано, что NovAge True Perfection восстанавливает уровень увлажненности кожи, наполняет ее сиянием, уменьшает поры, делает кожу свежей и сияющей. И средства серии, они помогают улучшить состояние кожи, глубоко ее увлажняют и придают здоровое сияние. Что у них было, когда вот они не пользовались этим средством, да, то действовали на них внешние факторы, и обновление клеток замедлялось, кожа была тусклой и выглядела усталой. А что стало после? Запатентованный экстракт персидской шелковой акации, он им помогает обновлению и восстановлению клеток, и кожа вновь обретает здоровый вид и сияет молодостью. Вам всего нужно 2 минуты, 4 простых шага, да? Не поленитесь потратить на себя это время всего лишь 2 минуты. Первый шаг – это очищение, да, вот я именно с коробочки сфотографировала, вот сюда вот сделала слайд. Второй шаг – уход за кожей вокруг глаз. Третий шаг – активатор, сыворотка. Да, и четвертый шаг – основной уход – это дневной или ночной крем. И сейчас более подробненько я расскажу про них. И 2 минуты вы уделяете утром и вечером, каждый день. Так, немножко назад надо вернуться. Что вам для этого нужно? Очищение. Зачем оно нужно на самом деле? Тщательное очищение кожи, оно позволяет активным веществам в составе кремов и сывороток проникать глубже и действовать эффективнее. Вы наносите очищающее средство на кожу лица, затем смываете его водой или аккуратно удаляете ватным диском. Но мне больше нравится смывать. И потом вы уже тонизируете свою кожу. Я раньше думала, зачем нужен тоник, но я думала, лицо жирное становится, да, а тоником я его как бы тонизирую. Оказывается, оно нужно именно для тонизирования, а не просто чтобы очищать кожу. И тоником я раньше тоже не каждый день пользовалась, теперь же пользуюсь каждый день. Тонизирование, оно завершает процесс, этап очищения, удаляет оставшиеся загрязнения, которые вы могли не смыть, да, смягчающим средством, тоже, да, раньше так думала. Вот, и освежает, насыщает кожу влагой уже тонизирование. Вы смачиваете ватный диск тоником, протираете лицо, избегая в области вокруг глаз. И потом уже наносите вокруг глаз средство, да, и сыворотку. И сыворотка, она как раз-таки очень хорошо ложится на влажную кожу после тоника. И распределяется, и кто-то там, если говорит, мне сначала тоже первый раз не хватало сыворотки, она у меня кончалась быстрее, чем крема, но потом я посмотрела несколько видео, поняла, что люди что говорят, отзывы какие свои, что сыворотка это не крем, она активатор, ее нужно носить прям вот так вот немножко по хлопающим движениям, не надо прям вот втирать ее в лицо как крем. Достаточно одного нажатия дозатором. Я вот как делаю, я на руку наношу дозатором и по капелькам вот так распределяю, даже на шею, чтобы меня хватило. И потом аккуратненько наношу на лицо. Кожа вокруг глаз тоже особое внимание нужно уделять. Она здесь очень тонкая и очень нежная, да, и требует она особой бережности.
и она больше подтверждена растяжению и возрастным изменениям. Формулы всех кремов для кожи вокруг глаз Novage, они специально разработаны таким образом, чтобы обеспечить наиболее деликатный и в то же время эффективный уход. Вы наносите крем при помощи специального роликового аппликатора или вбиваете его безымянным пальцем, нежными похлопающими движениями. Вот там аппликатор такой наносите, он металлический. И также вы можете это средство еще подержать в холодильнике там минут 5-10. И потом вот можно вот так похлопающими движениями вбивать в кожу. Наносите крем. Да, но в холодильнике можно подержать, будет как раз охлаждающий эффект. Активатор. Вот еще раз скажу про активатор заранее. Больно рано про него сказала, забежала. Вот, он дает средство еще сильнее, он активирует ваши крема, да. Если вы просто будете пользоваться кремом, тоже эффект будет, но если вы будете еще пользоваться сывороткой, эффект будет намного лучше. Сыворотки, они являются незаменимым этапом ежедневного ухода. Их формула содержит высокую концентрацию необходимых для молодости вашей кожи веществ и усиливает действие дневного и ночного крема. Наносите вы сыворотку на очищенную, подготовленную кожу лица и шею кончиками пальцев, избегаете кожу вокруг глаз и достаточно вот одной порции с дозатора, как я уже сказала. Все это специально разработано таким образом, чтобы количество было его оптимальным. И четвертое, это основной уход, кремы-близнецы. Дневной и ночной крем обязательно нужно использовать в комплексе для максимальной эффективности. Они разработаны таким образом, чтобы они идеально дополняли друг друга, но ни в коем случае не заменяли друг друга. Если у вас остался, например, только ночной, не надо им пользоваться и днем, да? Приобретите обязательно дневной крем. Дневной крем, он в частности обеспечивает защиту от фотостарения, да, от солнца. Вот вы наносите дневной крем, потом, возможно, макияж и идете на улицу, чтобы солнышко вам не испортило вашу кожу. А ночной крем, он глубоко питает клетки вашей кожи уже в ночные часы. Тогда уже активные ингредиенты, они лучше всего усваиваются вашей кожей. Наносите утром и вечером на лицо и на шею, также не забываем про шею. А обычно что наш возраст выдает? Шея и руки, да, бывает лицо ухоженное, хорошее, а шея вот не очень. Я вот раньше за шеей тоже так сильно не ухаживала, потом пожалела. Начала, наверное, с 24 лет только на шею наносить, или с 23 уже не помню, надо было раньше, я думаю. Вот, и также наносите, избегая зоны вокруг глаз. Как я уже сказала, клинически доказано, еще раз повторяю, что комплексный уход, он работает 7 раз эффективнее. И давайте немножко подведем итог каждого средства, для чего же оно нужно. Крем для кожи вокруг глаз, он сглаживает первые морщины, уменьшает темные круги и увлажняет вашу кожу. Сыворотка, она придает коже здоровое сияние и значительно смягчает кожу. Очищающий гель-пенка, она глубоко очищает, не пересушивая кожу. Дневной крем, он предотвращает появление первых морщинок и сужает поры. А ночной борется с первыми возрастными изменениями, увлажняет в течение 8 часов. И вот давайте разберемся по цене. Я могу сказать, что этот набор очень выгодно приобретать. Если посмотреть цену на каждый, ну, по отдельности, да, продукт, то выйдет дороже. И вот посмотрите, обычная цена этого набора 6420 рублей. Сейчас цена в 11 и 12 каталоге 4489 рублей. Выгода уже 1931 рубль, да, идет вот скидка на этот набор. И вы, как консультант, имеющий скидку 20%, итого наша цена получается 3591 рубль. Я думаю, за весь набор не жалко отдать 3500, причем его хватит не на месяц, а на 3 на 4 он хватает его. И если посчитать, там, разделить, сколько одно средство стоит, то, я думаю, это очень оптимально, нежели чем мы вот с вами сравнивали, сколько стоят аналогичные другие крема, да? Вот, и также вы уже автоматически участвуете в стартовой программе, если вы новичок, и закрываете первый шаг. Выгода еще 1171 рубль.
И с покупки этого набора совместно вы не только ухаживаете за своей кожей, но еще и сэкономили 4000. И также еще есть такая акция, что когда вы заказываете любой комплексный уход на Vage, то вы получаете возможность приобрести любые повторные 3 средства, входящие в этот набор, со скидкой 30%. Например, у вас что-то закончилось пораньше, да, и вы можете дозаказать что-то одно и получаете скидку, и это предложение действует в течение 4 каталогов, начиная уже со следующего после заказа комплексного ухода. И давайте немножко разберемся, на чем же строить бизнес легче, проще, да, стабильный бизнес. На первом месте, конечно же, у нас стоит линейка Wellness, да, на которой проще строить бизнес, стабильнее и выгоднее. Но на втором месте хочу сказать, что стоит линейка Novage, особенно вот эти наборы комплексные. Набор, который для 40 лет, он 165 баллов. Набор Novage коллаген 130 бонус баллов и набор True Perfection 100 баллов, здесь вот старая цена, 108 баллов сейчас за него дают за этот набор. И вот посмотрите, и вы порекомендуете подруге, да, сколько вам нужно будет количество консультантов, также чтобы вырасти до уровня директора, да, 7500 баллов, намного быстрее, нежели чем если вы будете рекомендовать. И также, когда новые консультанты будут к вам приходить, вы будете им рассказывать там, о шампуньках, о помадках, да, что они вам не смогут большой товарооборот создать на этом, да, на рыльно-мыльных. А эти наборы, они дают большие бонус-баллы. И скажите, на чем же выгоднее строить бизнес, да? Я думаю, все ответят, что, конечно, Vage Wellness. Мы выбираем высокобалловый продукт. Я даже когда вот проходила стартовую программу за мужа, на свой номер я сделала, ну, расходники, да, у меня что-то заказали, а на номер мужа я говорю, ну что, уже никто ничего не закажет, ну на чем мне делать товарооборот? И я, конечно же, приобрела себе этот набор на Vage. И вот давайте посмотрим, я тоже в тот раз сфотографировалась, хотела до и после, но, к сожалению, потеряла фотку свою до. И вот представляю вам фотографию нашего партнера Елены Гелашку, которая пользовалась комплексным уходом на Vage коллаген. И вот ее фото до, и вот после. Видно, да, сразу, как кожа светится, поры сузились, морщинки разгладились, носогубных складок вообще не видно, да. Вот, и кажется, вот прям видно, помолодела, а такое ощущение, что похудела. Она говорит, нет, я не похудела, просто вот на лицо. И я когда на Новый год начала пользоваться, вот сама, да, вот только я не комплексным, еще раз повторюсь, а только дневной и ночной. Я уже заметила, говорит, что у меня лицо вот молодеет, да, обычно, как говорят, когда худеешь, и лицо молодеет. А я говорю, вроде не худею, а лицо молодое от наших кремов. Так. Ой, а что, все, что ли? Ой, да, у меня все, оказывается, это был последний слайд. Ну, я надеюсь, моя школа для вас была полезной, да? Вы узнали именно вот об этом продукте Novage, об этой линейке, об этой серии. Помимо 25+, у нас есть много серий, что вы можете порекомендовать и своим друзьям, знакомым, подругам, да, маме антивозрастную серию, на юбилей очень хорошо сделать такой подарок. И также вам баллы будут, да, вы купите в своем интернет-магазине, создадите как раз товарооборот и не будете бегать по магазинам и думать, ой, что подарить на юбилей. Ну, всем спасибо за внимание, до свидания.